Сегодня в России проходят митинги против войны с Украиной. Митинги проходят во Владивостоке, в Хабаровске, в Иркутске, в Новосибирске, в Томске, в Красноярске, в Перми и в Петербурге. Полиция и органы безопасности препятствуют скоплению людей и арестовывают участников митинга. Только в Новосибирске задержаны 96, а в Иркутске 64 человек. Видеосъемка с акции протеста в Иркутске. Yeah.